Я убила это несчастное животное, потому что он очень походил на свою хозяйку. Потому что эта хозяйка очень сильно нагадила мне в душу. Кроме того, что гадила на территории моей дочери, а это ее тоже жилье. И она находилась у себя дома вместе со своим отцом. Я у нее дома не находилась. Я приходила туда посмотреть ребенка и помыть. Я наблюдала постоянные нападки кота на дочь. Постоянно. Если я обращаюсь сейчас к родителям, ко всем родителям нашей страны, если бы вы были на моем месте, как бы вы себя вели, когда у ребенка перед лицом трясутся котиные яйца? Как бы вы себя вели на месте матери, на месте отца? Вы бы смотрели на это дальше? Анна Викторовна Александровна. Я спокойно до сих пор не могу прийти в себя после того, что я наблюдала ежевечерно. Я прошу это учесть. Я прошу прощения у всех, кто видел эти ужасные кадры. Но мною действовало состояние крайней злости на эту женщину. Все.